Всем привет, с вами сервис-центр GSM Moscow. Если ваш iPhone 6 вышел из строя, перед ремонтом необходимо определить поломку. Но чаще всего выходят из строя следующие детали. Это дисплейный модуль, аккумулятор, контроллер заряда, он отвечает за зарядку телефона. То есть, если аппарат плохо заряжается, быстро заряжается, это может быть проблема в контроллере 3STAR. Контроллер питания, он отвечает за питание всего аппарата. Аудиокодек, он отвечает за звук, то есть если на вашем аппарате не работает слуховой динамик, полифония, микрофон или виброзвонок, проблема может быть в контроллере звука. Контроллер тачскрина, он отвечает за работоспособность сенсорного стекла, то есть если ваш аппарат плохо работает, то есть если на вашем аппарате плохо работает сенсор, это может быть проблема в дисплейном модуле, в контроллере тачскрина, либо его обвязке. Также проблема может быть в нижнем шлейфе, на нем находится разъем зарядки, микрофон, гарнитура. То есть, если одна из этих деталей не исправна, то проблема в нижнем шлейфе. Также довольно-таки часто выходит из строя кнопка включения, кнопки уменьшения и прибавления звука, а также беззвучный режим. Если вышла из строя какая-либо из этих кнопок, то чаще всего проблема в шлейфе. Модуль Wi-Fi. Модуль Wi-Fi отвечает за работоспособность Wi-Fi. Если на вашем аппарате не работает Wi-Fi, как правило, тут две могут быть неисправности. Это сам модуль Wi-Fi и антенна Wi-Fi. Если у вас есть вопросы, пишите нам, либо звоните. Всем пока!